экстрасенс назвала год окончания войны. По словам эксперта, это может произойти уже в этом году. Экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, что война в Украине может закончиться уже к концу 2023 года, однако предшествовать ее завершению будут сложные переговоры. Нас заставляли пойти на переговоры, чтобы война закончилась быстрее. К сожалению, в течение нескольких месяцев мы еще больше почувствуем на себе это давление. В ход пойдут и большие деньги, и различные манипуляции, сказала Хомутовская. Она добавила, что сейчас нужна воля народа, как было в начале полномасштабного вторжения. Скорее всего, скоро мы снова ее увидим. До конца года мы должны закрыть эту тему, но это будет долгий переговорный процесс, уточнила экстрасенс. Кроме того, Хомутовская ответила, что не стоит ожидать окончания войны сразу после смерти Владимира Путина. В России должны произойти определенные внутренние изменения, поэтому сначала будет настоящий Армагеддон внутри страны, а только потом Украина пойдет на переговоры. Но повторюсь, этот процесс будет очень сложным, подытожила Хомутовская.